Приветствую вас, уважаемые друзья и гости канала «Александр Все о хобби». Сегодня хочу представить вашему вниманию один очень интересный рецепт приготовления перепелов. И сделаем мы сегодня из перепелов бульон. Многие скажут, что сложного в приготовлении бульона. Но скажу вам, друзья, так. Чтобы приготовить вкусный бульон, надо постараться. Для этого нам понадобится 6 тушек перепелов. Это примерно 600-650 грамм. 400 грамм грибов шампиньонов, я заранее поделил их напополам, мне больше нравится, когда они попадаются более крупные. 100 грамм риса, луковица, морковь и чеснок. Из приправ буду использовать соль по вкусу и смесь перцев горошком. Ну а теперь приступим к приготовлению. Готовить перепела буду в казане. Если у вас нет казана, можете, конечно же, делать это все в большой кастрюле. Теперь доведем перепела до кипения, снимем пену и будем продолжать дальше. А пока перепела наши закипают, подготовим морковь и лук. Лук и морковь обжариваем на сковороде. Лук, как видите, нарезал крупно, а морковь натер на крупной терке. Сейчас хорошо подпассируем и добавим грибы. Когда увидели, что лук и морковь пожелтели, добавляем грибы. Сильно не жарим, так немного поджариваем. Когда увидели, что грибы начинают темнеть, берем чесночок крупно порезанный и добавляем в грибы с луком и морковью. После того, как наши перепела закипели, хорошенько снимаем пенку с бульона. Видим, наши перепелочки всплыли, значит, они уже сварились. Так что им вариться маленьким тушкам. Ну, а теперь берем грибы, лук, морковь и аккуратненько накладываем в казан. Хорошенько перемешаем. И на такой объем воды я добавлю столовую ложку морской соли. Попробуем, если что, добавим еще соль, как я и говорил, добавляем по вкусу. Ну, теперь добавим приправ. У меня смесь перцев горошком, я их перемалываю. Приправы тоже добавляем по вкусу. Проварил наши грибы 5 минут, попробовал на соль и добавил еще пол столовой ложки соли. И теперь добавляем рис. После того, как добавили рис, проварим еще минут 5-6 и будем пробовать. Смотрите, как красиво все получается. Рис использовал сорта басмати. Проварили наш рис 8 минут. Все отлично сварилось. Рис стал беленький.
И теперь можно выключать, немного охладить и попробовать наш бульончик. Вот такая красота у нас получилась. Сейчас попробую и постараюсь на словах передать вам свои ощущения. Очень, очень интересный вкус. И очень хорошо, друзья, получилось. По соли самое то. Вот я еще немножко добавил перца, чтобы он был поострее. Очень хорошо чувствуются грибы, вкус грибов, жареного лука и моркови. Да и по вкусовым качествам перепел очень сильно отличается от курятины. Очень приятный такой вот нежный вкус. И также перепел в 5 раз превосходит курятину по энергетической ценности. Хоть он вот такой вот маленький, но парочку таких съесть и вы наедитесь. Очень хороший получился бульон. Рекомендую приготовить, попробовать вам. Я надеюсь, бульончик вам, друзья, понравится. На этом буду видео заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале.